Здравствуй, Украина, наша мать! Новый год давай встречать! Слушайте, новоречное обращение национального достояния к своему народу. Да что тут с этими очками? Колбаска. Братья и сестры, матеря и отцы, дочери и дочки, сыны, тире, в эту тяжелую минуту для нас, для украинцев, я хочу сообщить радостное событие. Новый год пришел, а вместе с Новым годом пришло и великое, очень великое счастье. Це я, Дан Кишон. И сейчас поздравляем друг друга с этим торжеством и грандиозным событием все вместе. Ну, дальше не разбочу. С Новым Роком, сестры и братья! В эфире дочь твоя! Ура! Новым годом! Дрогнули. Ура! Еля! Боже, ну, Еля! Ой! Что ж, с ума сошла? Я думала, первый космонавт Украины прилетел. Что такое? Це что? Что это такое? Что за пошлость? О! А ну повернись, хай вся Украина. Гляньте, что это такое? Ты за наперед одела, это костюм зайца, да? Тебе не к лицу, тебе не идет. Тебе к лицу костюм белочки. До свидания, Еля. Добра свои голубцы. Ой, все. Говорят, так Новый год начнешь, так и кончишь. С Новым годом! Дорогие друзья, не будем о грустном, а будем о главном. Приглашаю всех к нашему... Ну, я не готовилась, знаете, сегодня... Что там, шубку, оливье? Так, знаете, чтобы сегодня посидеть. Приглашаю всех к столу. Еля, к столу приглашаем. Волшебница идет. Седай. Дорогая Украина, вы знаете, я хотела сделать, думаю, маленький сюрприз, а получился большой. Большой сюрприз. Я специально никого не приглашала на свой матч «Маленький вагончик» на Марычный. Мы сделали, так сказать, с Елей «Хвата жрать». Мы сделали с Елей небольшой девичник. Думаем, сядем, не будем наших звезд отвлекать от родных и близких, как говорится. Еля сделала праздничное настроение, всеми испортила. Вот. Я сделала там, что смогла. Холодненькие сделала, сделала оливье. Так что, я думаю, вы там тоже не голодаете, да? Хотя холодно. Ну что ж, зима. Главное, рукавички про запас. Ну, будем сейчас гулять, как говорится. Иля, ты опять упала, ухо, подними ты ухо. Ну давай, у нас бокалы налиты. Наши граненые бокалы хрустальные налиты. Давай, Украина, я хочу поднять тост. Украинцы, пойдем. Хочу поднять тост. За самое светлое, за самое нужное чувство на планете, за любовь. Выпьем за любовь, как сияют сейчас твои глаза. Ты тост на повод имени мою первую любовь. Мы встретились с ним, Еля, спасибо. Спасибо за оливье, вы знаешь, где с ним встретились? Мы встретились с ним, когда я вышла на Пикадилли. Когда меня вы спросили, я делала все не так. Ну, це наш по... Згадаю, я прошел опыт. Ну, просто Баскервиль-Холл, який-то не дворик. Понял. Так, что бачу, записывайте. Значит так, слева. Слева. Отдельно, без апострофа, да. Значит так, слева. 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 Написали? Слева, 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 сейчас, 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 сейчас. Ничего не бачу. Не промглядна мгла. Праворуч, в смысле прямо. Воно. Ага, лежить, як і казали. Ага, що робить? Та ви знаєте, воно вже своє отробило. Значить, а праворуч, туди в смысле права, возле воїнської часті, геї. Не гаї, кажу, а геї.
По-нашому голуби є. Гніздо не в смислі по формі, в смислі по жизні. Кажу, ну, гніздо, ну ви мені сім раз судіть, що голуби є, ділають возле воїнської часті, солдатів знімають, ну йолки-палки, ну. Виноват, виноват. Нагнітають полову обстановку возле воїнської часті. Поняв, поняв, поняв. Дупло вас хорошо поняв. Поняв, сделать разгон, поняв. До приема. Так! Голубые! Так, девочки, не до девочки. Як поется в одной народной песне, пусть солдаты немного посплят. Так Ева забрала свою голубую бригаду и туда, на отведенное вам в парке горисполкомом место. И чтоб ни одной ноги тут не было. Так я начинаю отсчет до одного. Раз. Чтоб ни одной ноги тут... Что ты делаешь? Ну ты просто... Онищенко, ты лишь воно вытворяй, ну. Ну что ты этим языком вытворяешь? Ну ты... Ну ты... О, ты ж... Ты бачишь, что творить? Ну, ты ж при исполнении, до кого ты заигрываешь? Ну ты просто... Слушай, Ева, сейчас оцим репликатором Кузнецова по самому эрогенному твоему месту. 3 дня на роботу не вийдеш, ти поняв? Чи поняла? Чи поняло? Так, Онищенко, Онищенко, об'ясни їй пару раз. Такс. Так, а ти, Мурло, быстро отклеївся від асфальта. Встав біговими машину. Давай, быстренько, сам, давай. Сам пилот, сам давай. Давай, буде я ще об тебе ноги марати. Ну, ти поняв, ну. Давай, быстро піднялось, в Коломбину. Би сказав, бистро в Коломбіну. Що ти тут оце? Що ти тут мені оце? Оце воно. Розвалилося, як кобила, ну. Давай бігу. Манішенко, витягни його на світ. Щолки-палки, йому противно, ти поняв? Йому противно, аристократ. Манішенко, це мені. Прапорщику може бути чуть-чуть противно. А ти, сержант, присвіти фонариком. Та не мені, ти дурачок, клієнта світив, ну. Ох, послав Бог напарничка. Йолки-палки, йолки. Онищенко. Та тут клієнт солідний. А ти кей же шмерла. Ти глянь, одежда яка. Здравия желаю. Що це ви, гражданин, так нализався? Скільки? 50 грам. І отут 50 грам ти мені тут, як оце улітка, мокрий слід оставляєш. Ти ж понімаєш, ти ж взрослий. За такі мокрі діла треба кому-то відповідати. Матеріально. А ну, ти ж взрослий, а ну вгадай, хто з нас двоїх буде відповідати матеріально, а? Я, ти чи Онищенко, а? Онищенко, глянь, а куртка твій розмір, XL. А ну-ка, присвіти йому в лічність, поки нема нікого. Ніколай Петрович, ви? Не знав! Ніколай Петрович, клянусь, не знав! Ні-ні-ні, ще багатшим будете, Ніколай Петрович! Ще багатшим, яке ви морло, ні-ні, ну яке ж ви морло, ну ви... Ви лучше, чого ви? Ні-ні-ні. Ніколай Петрович, ні, то я з Онищенком, ага. Коля, Коля, що ж ти став? Ну підмости Ніколай Петрович щось під голову, щоб йому було удобніше в калюжі лежати. Ніколай Петрович. Ніколай Петрович, а ви якось вчора були мені наче попрілічніше лежали, а? От де встріч. Виноват, виноват, сорвалось. Виноват, Ніколай Петрович. Гніздо, 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 визивай срочно дупло. Дупло визивай, гніздо. Тут ви знаєте, тут таке, що тут таке лежить, що якщо вкратце, да, не телефон, не розговор. Людина прилічна, состоятельна, но ізвісна. Так що поживіться получше навряд ли. Угу. Як виглядить? Не дуже. Як муму після сплиті, ага. Та ні, він вже своє отробив, да? Охрану оставляти? І то правда. Ваша правда, все, до зв'язі. Ніколай Петрович! Ніколай Петрович! Що ж ви так розслабився? Що ти ревочиш, Онищенко, як дурачок? Ніколай Петрович! Ніколай Петрович! Що воно возле вас так мух багато? Ну то йолки-палки, ну. Хоча мухи рідко ошибаються, ну. Ніколай Петрович, все, ми з управлінням зв'язались. Вам зараз під'їдуть, помогуть домой доповзти. Ага, на хаос. Сейчас быстренько организуют девочки, там же сауны в сейчас будет. Николай Петрович,
Ну все, вы тут отдыхаете, сейчас все будет чики-пики. Ну что, до завтра. Як поется в одной песне, на том же месте в тот же час. Е-е. Оце нарвались хлопчики. По бобикам. Так я не понял. Я не понял, что тут в бобике за братская могила. Сколько раз сказать, больше 15 человек в бобик не садится. Не, ну вони впруться больше 15 человек, що потім командир не може влізти у бобік. Та хто тут каску під ноги положив? Ну йолки, а, це ти, Іван. Панечка, ну ти теж інтересний, ти убери свою голову подальше. Бо ще так дамо так по ушам, будеш як чебурашка в кіні. Хто там советує? Хто у нас такий там умний? Ти чи совсем чи не понімаєш, що старшого наряду не положено сидіти на руках у водителя? Тем более младшего по званию. Ты вот, Онищенко, как первый день в органах. А что тут с той дверькой гадской? Ну, да елки ж ты, палки! Последний бобик в РОВД. Ничего, малята, поедем с ветерком. Валера, заводи, давай, 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 сынок, давай. Ой, работа большая, ну. Онищенко, вот скажи мне так, положа руку на сердце. Вот у вас когда-нибудь дома чеснок закончится? Я понимаю, антисептик, но елки-палки, ну купи у псу, мы сбросимся. Ну что ж ты нас морешь, ну? Ой, от послав Бог напарничка, ёлки. Так, мужики, щоб я не забув. Мне мані, Валера, хватит реготать там. Як игрушка ота. Не прив'язана. Значить так, мужики, нове там постановлення. Дуже зараз багато в Україні фальшивих десяток. Начинаємо проверять на п'ятерках. Значить, берете п'ятерку, Онищенко, записуйте. Береш п'ятерку, берешь кусочок сала. І перед Богданом Хмельницьким, перед глазами, отак. Если глаза белые, значит, не фальшивые. Не знаю, мужики, я, знаешь, я долго думав, что я тут бачу? Вот это гнездо, что оно матюкается целый день так, что можно подумать, оно не лейтенант, а полковник. Ничего, мужики, я для себя решил. В чем мы ездим? Мы ездим в бобики. Не, пойду в гаишники. Мани. Вот это дело. А! Боже, за телефон может и мертвого поднять. Алло! Алло, Межгород, да. Кто? Кто? Кравчук, ты? Подколка друг чекиста. Кравчук, ты? Не? А, извиняюсь, что это? Да не прикалывай ты, кто? А? Филя, дорогой, привет! Киркоров звон, не кричи, а? Что? Не взнала, богатым будешь. Вот что разница во времени, уже готовченко. А, ну. Что? Ну, Филя, ну ты такой чудной, и тебя тоже. И меня, да. И тебя, и меня, как говорится. Ты меня, я тебя, да. Не-не. Ой, Филя, ты меня смущаешь. Дай Аллу, говорю. Аллу! Что-то звал меня Кристина Арбакайте. Ну, вообще уже. Ужас. Да. А, Борисовна, привет. Что там такое? Что там ты вытворяешь? Карнавальная ночь, да, ему себе представить. Видаки только что мне вещи говорил. Неприличные. Тебе от Гели привет, кричить каже, а? Аллочка, а что он тебе подарил? О, вот это подарок, ты счастливая. Ничего, я, ты знаешь, сижу одна в девичьем коллективе, да. Сделала себе девичник, ага. Ну все, Аллочка, я тебя целую, обнимаю, у тебя тоже. Все, Кристине привет, малому тоже. Як приедешь только в Киев, сразу мне позвони. 911 мой телефон. 911, дополнила? Все, давай. Ой, Киркоров таки вытворяв, требовав лимузин в подъезд. Ой, страшный. Ну, давай, Елечка. Третий тост, как говорится, за кого? За нас, за бабс. Как гусарки выпьем. На старт, внимание, стартуй. Оп! Ну, Польша есть Польша. Еля, предлагаю, что ты ешь? Это свинячье дело, ты заяц.
Ты сегодня за все волшебница. Если я волшебница, я должна колдовать. Я, конечно, тебя очень люблю, Эля. И я тебе сделала подарок. Я, конечно, на Дед Мороз. Я только учусь. Еле угадай, что тебе подарила с 3 раз. Неправильно. А ну иди поищи под елкой. Иди, 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 не бойся. Что я там тебе надела под елкой, а ну? Глянь, глянь, глянь. Ай, не нашла. Холодно, 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 холодно. Так. Ну-ну, открывай, ты обрадуешься. Брала тебе в секс-шопе, да. И давай, 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 давай. Тай-тай-тай, с Новым роком, дорогая Еля. С Новым роком, с Новым роком. Це тобі всегда желаю. Не получилось, не злякать ничего. Вот как пудреница, нравится, да? Я тебе чуть не пользовалась, хорошая. Хорошая, китайская. Ты знаешь, можно подпудриваться, можно под глазами. Это Китай. А ты, Ляненька, тампончик, где тампончик? Че тебе не положила? Ну, можно сделать сватки. Знаешь, можно так накрутить сватки. Ты ж фантазия, девочка. Раз, раз, раз. Так, 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 так. Ты знаешь, я не пользовалась 73-го года. Зеркальце протрес, ну все. Знаешь, я даже когда-то... Даже она волшебная. Я тебе не прошу. Я тебе не прошу, это не обманно. Сейчас я тебе скажу. Вон она волшебница зеркальца, ты можешь, знаешь, сказать так. Зеркальце, зеркальце. Нет, не так. Скажи, знаешь, это только поверить. Да. Зеркальце, зеркальце, я ли на свете всех милее, всех румянее. И попробуй. Вон все зеркальце скажешь. Как ты его спрашиваешь, так он тебе скажет. Еля, ну а ты мне приготовила подарок? Ну? Где мне надо искать? Я сама пойду искать. Что? Сейчас ты что-то такое вычудное? Куда мне идти? Сюда? Под елочку? Еля, ну ты что-то мне на голову. Спугала мене. А ну, а ну, а ну. Ну де? Це шутка була, я не понял. Єлі, ви що стоять перед цією країною в позі Рекса? Що там таке? Що ти подарила мені, я не понял. Єсть! Ой, Єля. Ну не ожидала. Не ожидала, спасибо. Ой. Єля, що тут? Елена, что тут такое? Я боюсь открывать эти вещи. Чего так я на ночь дали? Ты же вообще с ума сошла? Ну ладно, попробую. Я только буду, если кажется, буду под это самое, подделка. То есть не подделка, а подколка. Я тебе сказала. Сейчас. Если будет подколка, я тебя потом подколю. Я ж долго не останусь. Так. Так, так, так. І я цю бумагу завернула. Боже. Чу, таке було велике, тепер мале. Умка. Да, спасибо, Еля, за подарочок. Не ожидала. Ти прямо Дед Мороз. Угадала мої мислі. Можна їм щоки накрашу? Спасибо, Еля, я очень рада. Я очень рада. Тебе це вспомню. Я тебе, Єлечка, це ще вспомню. Ти взагалі знаєш, Еля, ти сидиш з таким умним, довольним видом, який год наступив. А в що ти нарядилася оце? Ну то да, в який час год наступив? Тигра! Ти знаєш... Но мне сказала одна бабка, знакома. Она мне каже, Вера, ты знаешь, чтоб хорошо год прошел с удачей на мужчин, нужно тебе в студию живого тигра. Так что, Еля, сейчас ты станешь волшебницей. Положи капусту. Капусту положи. Еля, надо улыбаться на меня, положи капусту. Ты казала, что ты познакомилась с дрессировщиком? Ты познакомилась с дрессировщиком, я тебе казала. С Шевченком познакомилась? Так вперед на мины. Вперед по тигра. Или без тигра не возвращайся. Я хочу, чтобы на следующий год был под знаком тигра. Давай быстренько. Встала, пошла. Взяла волшебную палочку. Я не знаю, что там будешь сейчас упрашивать. Пудрочку подпудрилась. Я ему тебе одолжить твою помаду. Подкрасить щечки. О, боже, костюм сзади. Я сейчас упаду. Еля, если ты себя побачила сзади,
то лучше мы на тебя посмотрели только спереди. Я хочу поднять тост, пока наш заяц отсутствует. Пошел по дичь. Я хочу выпить этот тост за родителей. Знаете, я когда вспоминаю родителей, я... Мама, я тут. Я вспомню поле, село Клименки, и я иду жать что-нибудь. Пойду на селовал, потом посею, потом пожну. Как я любила в детстве садить картошку. Петре, виходь, батько вже сплють. Сонце низенько вечерне, сенько моє, серди. Батькося розбудиш. Ой, фу. Що фу? Що? Фу. Що ти фукаєш? Фу. Ластівко моє. Сокіл. Лелеко. Когоний. Птиця. Жаданий! Риба! Єдиний! Ягідка моя червива! Ягідка моя червона! А мій батько вже спить. А мій батько вже спить. А мій ні. А мій спить. А мій ні. А мій спить. А мій ні. А мій так спить, аж хропе. Я теж як сплю, ага. Теж хропу. Ага. Бо так тебе кохаю, моя рідна Наталонько. Ага. Так же вже кохаю. Клятий сірко. Киш, 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 собака. Батька ще розбуде. А тоді що, любий? Не мов би, то не знаєш? Ні. Знов мене твій батько поливаді ганятимуть. А як доженуть тоді, що коханий? Не мав би, ти не знаєш? Ні. Тебе ніколи веслом не по чому не били. Ну що ти, любий? Та мене били. Я його бив. Так же мене твій батько веслом били. Так же мене твій батько веслом били. Коханий. Аж сил. Вибились, а мені той байдуже. Тільки 3 дні встати не міг. Так же все боліло, так же все зуділо. А ще більше! Що сталося? Коханий! А он бачиш, зіронька! Бачу. Так хто ж ти? А вон, бачиш, зіронька? Бачу! То ти. А вон, бачиш, одна зіронька на другій. Бачу! А знаєш, що то? Ні! То я на мопеді. Коханий! А батько казали, як побачать нас разом, то вб'ють. І спочатку... Тебе, мій любий, а потім вже й мене. Ні! А чого? Ти що? А що? Не надо! А чого? Ти що? Хай же вже спочатку тебе, а потім вже... Пете! Не судилося нам разом бути, Петре! 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 Прощавай! Прощавай! Ні!
кохана моя птице, не для того. Йо-майо, чому розплетена коса? Зараз заплету. Ні! Не треба. Чого? Ах ти ж. Та чи винна я? А чи ні? Ти згендюбила наше кохання. Кому мушу вірити, якщо й ти збрехала? Ну ти же брехло. Не жити мені, мені козаку українцю, те жити. Прощавай, рідна Україна, нене. І ти, чумацьке шта, і ти, рідне село, і ти, конопляне кошена. Хто ж догляне тебе, хто скосить, хто продасть? І ви, мамо глухенько, і тато теж. Сестричка Люба, жучка песик. Ну, Віка, давай. Зоя. Зоєчка, давай. Галчонок. А, галчонок, давай. Лена, Леночка. Іна, ой-ой-ой, Іна. Наталка. А, ся тут. Вероніхочка. Коля. Здорова будь. Гадюка, нема в житті козака Петра, загинув як козак. Чик. Алло. Да, хто це вже? Автоответчик говорит, скажите свой номер телефона после звукового сигнала. Пи. То-то. Узнать, да я, привет. Нет, это автоответчик, шутка. Ой, ну чтоб я за то-то кутуню не узнала по телефону. Тоточка, среди моих знакомых только один человек разговаривает по-итальянскому. Это ты, да. Грация, грация. Соли, 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 соли. Данке шон. Я говорю, грация, кажу, да. Не... Ой, ну ты такое у меня неудобное положение. Что я только что делала? Танцевала. Танцевала, да, включила магнитолу, танцевала. Да, под тебя. Что? Вот, ну не вру я, не вру. Хочешь, включу магнитофон, то-то, ну ты вообще. Что, мне за красное подержаться, чтобы не поверю. А говорю, за красное подержаться. Red, red. Вот уже ж ничего не понимаю по-украински. Ну-ну. Сейчас спою. Сейчас. Сейчас, слухай внимательно. Да, я еду на Сан-Ремо. В следующем году буду на Сан-Ремо. Слухай песню. Ты чуешь? Не бросай трубку. Кто-то не бросай трубку, я кричу уже. Итальяна феномен саноте. Баномана мене фана боте. И на масса до сына фанамена Америка. Серенада бас... Ну я слова понял? Не? Ну, конечно, просто та связь такая. Слова учила, учила, да. Ой, то-то, ну ты мне опять неловкое положение ставишь. Как я могу по телефону с тобой выпить на бурдершафт? Ты приезжай сюда, сядем, холодная мене стоит, голубцы стынут. То-то, где ты? Где ты? Я не знаю. Ну хорошо, тоточка, я... Серенаду мне поет, товарищ, это умереть не встать, какой голос. Что? Я в новых клипсах, в новом костюме, да, волшебница. Тире снежинка. То-то, Санта-Клаус мой, я тебе целую твой носик курносый. То-то, до встречи, мой мило. Ой, мужчина, товарищи, девочки, мальчики, ой, итальяно ферро. Ждиться наша це Гіля. Гіля! Ау! Українці, вважаємо Гілю. Є! О! Україна, подивіться на це
Петрушку. Ну що, Петрушка? Де ти вже взяла цей костюм? Еля, я не могу, с тобой можно получить инфаркт, понимаешь? Ну где тигр? Где тигр, радость наша? Что такое? Что это? А, что такое? Вот там? Ты же привязала тигра, чи что? А! Что, дурнота вообще? Кто там? Слышь, я сейчас постучу кого-то, поняла? Чи кто там? Ты что, Шевченко привела? Кто там? Или что, издеваться собрался на мной, да? Хватай есть, накорми животное. Что ты там хочешь? Она ж кормить животное. Ой, какие хорошие. А что он такое манюнье? Что-то на тигра не дуже похоже. Тигр, оно ж, значит, с хвостом. Тигр, с хвостом! На, голубчик, на. Держи, голубчик. На. Держи. Ну, встань, же возьми. Тигр, на. На. А! Что такое? Голодающий по Волжье. Тебе на корму так привела. Еля, ты знаешь, ты не умеешь работать. В новогоднюю ночь... Вот я пошла раз. Давай, наливай. Вот я раз пошла по подснежнике. В новогоднюю ночь. На Хрещатике. Встретила 12 месяцев. Ой! Ох, каждый как стукнет посохом. О! Забуду... Хватай, по чуть-чуть. Ела... Родная моя Ела, ты знаешь, я хочу сейчас выпить за самое хорошее чувство. За любовь к ближнему. К ближнему. А именно к соседям. Ты знаешь, какие у меня были соседи дома? Ой. Что ты скачешь? Со школы, да? Ага. С проньонки, тетя Света. Так я не поняла, подожди. Школа там, ты скачешь оттуда, чи для бешеной собаки 3 километра не круг? А нет, тетя Светочка, це я ще за хлебушком заходила. А, я бачила твою маму, вже очі посиніли від голода. Пухне просто. Тетя Света, ти знаєш, мене сьогодні класна руководительниця заставила нарисувати цвіточок. Можу собі представити. У мого цвіточка були глазки крошенькі, а лепісточки зелененькі. Ну а носик якого був цвіта у цвіточки? Як у папки, да? Носика цветочка немає, щоб ти хотіла знати. Боже, як я забула, твого ж папа, в нього ж не носик, в нього пестик. Тетя Цвет, а гадай, що я тобі зараз нарисую? Надо мені нічого рисувати. Встань! Руки прочь від асфальта! Нюся, детка, ти хороша дівчинка. Ти в цій житті ні в чому не винувата. Ну ти розумієш, я твого іскусства не розумію. А настоящий художник, как сказал покойный Рембрандт, должен воздерживаться. Воздержись, детка, воздержись. Так а что мне делать, как за мной никто не хочет играться? Знаешь что, он только тетка Лидка... А ну возьми, Олег, возьми. Ты же не разрешаешь. Бери, Олег, бери, говорю. Тетка Лидка только побелила стенку. Давай, сделай ей приятное. Сделай ей территорию данс. Значит, не так, сразу, значит, киндер-сюрприз. Сразу 3 радости. Давай, Юрка Юрченко нарисуй, Анжеліку Рудницьку и Аквавиту. А посередине Поплавского, давай. Боже, на разрыв сердца получил, что? Ой, давай рисуй. Ты знаешь, я тебе, конечно, еще вчера хотела сказать, моя малятка. Что? Воно, як шо хорошо рисовать, понимаешь, нужно талант. От у папы твой талант, ох! Ото живописець. Ой же рисує мамі натюрморти. Ой же вирисує мамі натюрморти. Нюся, з одної, значить, сторони Суриков, з другої Пікассо. Тут Рубенс і мама ходить, як Рембрандт. Понимаєш, як Третьяковська галерея во время ремонта. О! Оце живопись. Оце гармонія, оце мазки. О, ти що? Треба поучитися у папи. А це що таке? Це цвіт. Гадай, що я нарисувала? Нюся, що ти можеш прилично нарисувати? Скажи мені, пожалуйста. Ну, угадай, Цвет, угадай. Боже, мені стільки роботи, маму воспитувати. Книжку Макаренка прочитати для мами. Оградку красити, міста на кладбище займати. Я не знаю, коли це я зроблю. Ще вгадую твою роботу. Бачиш, яка ти, тетя Світочка? Ну, хорошо, минута на розміщення. Що воно таке? Брейн-рінг. Угадай. Ой, боже, красиве. Ну, угадай. Боже, як красиве, що то? Боже, яке симпатичне сото.
Угадайте, цвет. Мене мамка всегда угадує. Ну, конечно, папа під цвіт, а мама отгадує, чого ж ні. Що воно таке симпатичне, воно яке красиве. О, Боже, що воно, хай ти гориш, що воно так? Так це ж... О, Боже, Нюся, ну ти що? Ну хіба таке є йожика ззаді? Ну ти що, тітя Світочка, це не йожик. Як не йожик? Не йожик. Лисичка? Ня-а. Крокодильчик? Ня-а. Мамку рисуєш? Мама мене трошки не така. О, не скажи, вон ти правильно нарисувала ротик, чорний. І ще синько, я так чуть-чуть синє біля глаза, вилита твоя мамзель. Дочь рисує мать. Все. Да. Ти здаєшся, да? Ой, ти здаєшся. Та здаюсь, ти що? Та щоб ти хотіла знати, тетя Светочка, це же солнышко! Не смійся, моя малятко. Так це сонечко. Ага. Хіба мати винувата, що дитина дурнувата? Ну, хорошо, це сонечко, а ото, що внизу торчить? Та то ж лучик, тетя Света. Хороший лучик. Дай Бог каждому. Ти хоч підпиши. Да. Яка сім'я, таке й сонечко. І у ночі відміняю. Єля! І у ночі принцикова вже засну. Пільнящую сніжною даль три білих коня. Три білих коня. Я на тебе не можу в цьому костюмі смотреть. Просто ходить кусочок сонця. Що це таке? Це кофе? Так, я буду з хрусталя. Давай, дай. Чого ти? Я люблю пити кофе маленьким, а не стаканами. Що ти, як у тебе село і люди? Ти б ще в відро собі кофе. Кофе п'ють по чуть-чуть. Ти знаєш, во Франції, коли я буду во Франції, то там пили кофе завжди по чуть-чуть. З утра булочка. Іков, а не ти як ти пельмені тю в тілі, піль, відро кофе, геп. Ти не знаєш, ти взагалі, тебе знають в інститут культури, прийде Поплавський, я тебе здам, подожди. Прийде Поплавський, я тебе швидко здам. Ой, що таке, коли посудим, да? Сидим вдвоєм, общаємося, як-то проходить процес общення, правда? Є-я, ти страшна жінка. Папу ми тебе в цьому году нашли, тось то. Ну ти знаєш, ми знаєш, що не пили? За родителей пили, за любов пили два рази. За мужчин пили, за дівчаток пили. За нас... Юля, які ми подлі, ми з тобою знаєш, що не пили? Ми з тобою... Ні, я зроблю кофе чуть-чуть збадріться. Ми з тобою, Юля, не пили за нашу роботу. А ти, я не сказав тост, за королеву железної дороги. За мене. Я предлагаю, так як ти не змогла, так ты не захотела. Я скажу тост. Я хочу выпить вообще за всех проводников разных рас, разных народов. Я хочу выпить за проводников всей Евразии. Поняла? За всю Евразию. Я не жалею ни о чем. Построй фундамент, это дом. А то, что... Дорогие проводники, кто меня сейчас слышит? Китайские, австралийские, нидерландские, лапландские, германские, разные. А самое главное, ты кто? Елька, ты? Я думаю, всю шапку у Жанки не узнала. Ну давай. Еля, выпьем же!
за наших коллег. Две буквы «Л». Родные мои проводники, вздрогнули! Говорит тост, королева железной дороги, женщин-экспресс. Что это, Лида, объясни, что это такое? Подарок на день рождения. Это же обыкновенный дождик. Это же стрелка на стрелке, ты посмотри. Я выше не хочу поднимать просто. Стрелка на стрелке, ты что? Вот так, подруга называется. Эти колготки чуть витали на холодную ногу, да? Они идут на покойнику. Ой, я не знаю, куди ми ходимо, що це... Мальчик, що ти опять смотриш на мене? Дивися. Да, тетя зробила прическу. До сих пор не може зняти берета, да? На іменини, да, звісно. Ти так дивишся, мальчик, як будто я у твоєї мами гроші позичала та не віддала. А, булочку і сину. Їж, 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 моє малятко, їж, їж. Хто знає, що нам Бог завтра пошле? Може, завтра твоя мама пошиє тобі шортики з березової кори. Що ти смієшся? Буде нам всім сміх аж до гікалки. Чи сміх буде, гікалка точно. А ти що гупаєш у дверима в тамбур? Що ти гупаєш? Там же теж люди сплять. Двері треба закривати ніжно. Як тебе вчили в школі? Скажи, як тебе в школі вчили? Хто коза? Хто коза? Ти все, що на козу похоже. Клоп юний, ну ти представляєш? Ні, ну мене всім в житті обзивали, тільки не козою. Біда, я тобі одного не прощу. Вчорашнього. Взяла мені, зробила екскурсію по Києву. Повела на балет. А там мужчини в колготках. А я, як дура, в першому ряду з біноклем. Воєнним. Ти можеш представити, що я бачила? Ой! Ти що? Ну ще як бігав у той лебідь, ще нічого. Ну коли я побачила коршуна, мама родна, а папа космонавт. Ти що? А я жінка слаба, легко возбудима, о? Не знаю, ти знаєш, я оце як побачив, воно щось, воно вискочило, щось бігало. Я наперед розумію, без слов, во-первых. Ніхто нічого не розказує, оце вони пиляють, а хтось умер, як будто. І вона ж вискочила, це у неї отака... Все, ой, ура, і воно в колготках. Що це за робота для мужика в колготках? Заставить би його на огороді. Зараз така, як спомню, як ми з тобою картошку садили, ой. Вечором посадили, утром зібрали урожай. Ще, ти жадна до водки, ти страшна. Ми це Фрунзе 103, ти що? Ой, не знаю, що це буде. Так, пасажири, давайте швидко покупаємо постіль. Хватить цю возню. Началось. Только сіло началось. Давайте покупаємо постіль всі. Быстренько. Весня пара настроєння. Мене троє сьогодні. Вулкан щось. Де? Так, 4 гривні, бабушка. 4 гривні. Що дорого? Ну що дорого? На товарний поїзд. Я сказала, быстро на товарний поїзд. А не дорого, а з вітерком. І постіль покупати не треба. Дорого. Ну ти представляєш? Таке як здрасте. Ой, не знаю, гляньте, боже, я не можу на це глянути. Ну, дивись, це чудо. Дівчинка, куди ви в ті грязні свої рубльові сапоги в подушку зашиваєте? Ну, хто їх візьме, кому не треба? Ой, ціле почалось, Ліда, все. Називається все. Цирк почався. Куди ти лізеш зі своїми газетами? Давай виходь сюди з моїми газетами. З моїми сексуально озабоченими газетами, потім не заснеш. Іди к чорту мать, давай. Виходь зі своїм спід-інфо, я сказав, виходь. Я сказав, ми не читаємо газет. Ми газет не читаємо. Глаза в нас болять, да? Виходь. Я сказав, виходь, я сказав, ми не читаємо газет. Тож ти отсюда. Я не знаю, як він докричався. Я сказав, газет ми не читаємо, уходи. Все. Ти розумієш, русский, я махальний язик, я не поняла. Раз, пішов. Все, давай, быстро виходи. Боже, я не можу отмахатися. Ліда, що робить? Прийти купити. Ну що там в тебе? Бульвар? Ну дай 3. Мені літки і в санузел. І давай я зараз вип'ю кофе, тому що... Глаза вже, знаєш, слипаються, Елька. Почему ми не делали вот это? С Новым годом, 1+1! С
Новым годом программы «Сэшоу»! Ну, как хорошая программа, так сразу ее сгорает. Еля, Украина, вы знаете, вы... Сейчас пожарники нас еле повесят. Еля, прекрати. Прекрати позорить меня по Украине. Вы знаете, Украина, мне часто дуже пишут, как Еля, как лучшая ведущая Украины, мне пишут, говорят, Вера, почему вы такая тиран и деспот, что вы не даете Еле слово сказать? Скажи, что за тиран тут? Что я тебе кручу когда-нибудь? И я хочу сделать в эту новогоднюю ночь специально даже многим ребятам из мест не столь отдаленных, которые пишут нашей Еле в робкой надежды, но вы просто с ней не знакомы. Товарищи, ничего. Я хочу, чтобы именно она в эту ночь сделала большой сюрприз. Я с ней репетировала 2 месяца. Мы учили с ней стих Натальи Забилы. Натальи Забилы, били мухи. Мы с тобой учили. Называется она «Били мухи налетели, все под двери стало били». Ну, там не следите, сколько мух, ой, летят, иначе, извините, пух. Галя, Петрику, Кендрата, кажут, хватит спать. И побили. Еля, сейчас надо на всю Украину рассказать. Я сейчас просто взмахну волшебной палочкой, и Гели расскажет нам всем стих. Новогодний подарок, между прочим. Раз, два, три, чудо совершись! Еля, я тебе сказала, раз, два, три, чудо совершись! Еля! Еля, что ты так дурочка, что ты вообще позорок? Слышишь, ну ты вообще, чтобы... Еля, встань немедленно! Еля сказала, встань немедленно! Еля сказала... Еля сказала, я тебе это припомню. Ну, сейчас Еля хочет чуть-чуть немножко отдохнуть. Совершенно немножко отдохнуть хочет Еля. Собака такая. Тебе сделать петрушка, блин. Тебе сделать петрушка, тебе завтра, ты завтра проснешься. А мы это все перенесем на следующую программу. Позор мне. В новогоднюю ночь, в ночь тигра. Вот, и мы обязательно услышим наш чарующий, просто поражающий воображение голос Джельсомино. Дорогие друзья, Новый год уже наступил. Новый год уже наступил, и я хочу в преддверии этого Нового года сказать еще немножко пару волшебных слов. Как бы сказала действительно настоящая волшебница. Но я это скажу позже. Украинцы. Дорогие украинцы. Сейчас. Я хочу сказать без бумажки. Я хочу сказать без бумажки. С Новым годом! С новым счастьем! И, как говорится, в бокале пусто, на душе грустно, но Новый год мы открыли! Это главное! С праздником, кисти мои сладкие. А я пошла танцевать! Звезда пошла на небо. Туманьяром, туманьолы, но Еля, хватит, туманьяр. Кто тут звоны? Кто тут звоны? Еля, тихо. Может, Ася Карпана? Алло, 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 алло. Мы уже спали, кто сейчас нас разбудил? Кто? Вы говорите с автор... Толик? Який Толик? Онищенко? С Полтавской области, селище Днепровске? Что ты хотел, Толик? Толик, вообще, ты вообще знаешь, что нельзя в такое время звонить уже взрослым тетям? Потому что взрослые тети в новогоднюю ночь уже плохо себя почувают. Бо им же тоже хочется спать. И когда говорится, у рученьки зырпнуть, слипаются вещи. Сказку рассказать? Что ты... Дурочка-то. Толик, а что ты не спишь? Мамы нема, да? А папа? Маму шукає?
А, ну-ка, шукай, но навряд ли він щось до нього получиться. Ти просто мама волшебниця. Вона пішла шукати подарки новогодні. Санта, ну, сказку О, Боже, ну ти просто... Я всім зараз розкажу сказку. Ну, значить так. Жила-була провідниця у вагоні.